Last fight. Настя, не открывай голову. Стас, он справедливый парень. Играй легче, Стас, поиграй. Раз, два, поиграй. Та-та-та-та-та-та-та. Игровая, чтобы она бегала, да? Не мочи ее, не мочи, не мочи. Ты танцуй, танцуй, пусть она попрыгает немножко. Ноги потренирует сегодня. На себя тащи, Стас, на себя. Ну. На, пусть она пообстреливает минуту тебя, Стас, поуклоняйся. Если раз попадет, все, хана. Видишь, она попасть не может даже. Но считай, из пяти таких нападений, Настя, один раз будет тебе в голову сильно. Поэтому, когда нападаешь, все-таки немножко думай головой. На ногах больше, вперед-назад. Делай такой челнок, степ. Назад выходи, Настя, назад-вперед, назад-вперед. Минута прошла, две минуты еще, собрались. Стасик, давай издалека рукой кидай. Издалека, чуть-чуть достал, ниже себя, двигайся на ногах. Оп, есть, хорошо. Сбоку, снизу, да. Легче, Стас, легче. Легче, чтобы она не отлетала, просто чтобы ее пробивала немного. От головы работай, Настя. Все удары. Вот так, да, от головы, да. Хорошо, Стас, молодчина, отлично. Играй, 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 играй. Вперед, назад. Оп, есть, да, хорошо. Настя, на него смотри. Держи, держи. Такого кайфа у тебя в Америке не будет. Работай здесь. И только в России можно порадоваться жизни с пацанами. Голову сразу закрывай, закрывай, не отворачивайся, научись закрыться и смотри. Он же тебя этому учит сейчас, ты думаешь, он тебя избить, что ли, хочет? У него есть кого бить сегодня? Минута осталась. Серийная, серийная, давай, собрались, стойку держать. Не поворачивайся. Ты же не об этом просила, вот я тебе даю, что ты просила. Хорошо, давай, Стас, молодец. Теперь начинай с задней, передняя и задняя. Теперь эту троечку делай наоборот задней. Настя, встречай, встречай его. Хорошо. Настя, танцуй, танцуй. Давай, молодчина, ты молодец. После болезни пришла и работаешь. Это же все знают. Вообще самая нормальная тут спортсменка. Не размахиваться. 3 секунды осталось. Стас, оттянись, оттянись, не стой. Чтобы она попасть тебе не могла. Она любит, когда она что-то сделать не может. Вот она начинает такая вся. Вот видишь, вот ее заводит это прям. Она говорит, что она самостоятельная женщина. И всего может сама добиться. Ну вот пусть добьется сейчас. Работай. Просто я озвучиваю, что здесь было сказано. Я-то не способен тебе конкуренцию создать. А молодые пацаны способны. Стоп! По перчаткам. Молодцы. Поблагодарили друг друга.